Приветствую вас, путешественники и любители приключений! Добро пожаловать на Выборгскую сторону! Сегодня мы побываем в месте, где нашли самую древнюю рыболовную сеть в мире. Проверим, нет ли у меня клаустрофобии, и узнаем много нового о русских традициях. Все это в самом горнодобывающем и удивительно нарядном Каменогорском городском поселении. Начинаем наше увлекательное путешествие. Мы заехали... Давайте я сначала вам представлю нашего гостя, конечно же. Это Сергей. Сергей, член географического общества, да? Все правильно? Правильно. Вот. И сегодня он будет вместе с нами и с вами, дорогие друзья, проводить экскурсию. Где мы оказались? Что это такое вот за место и вот эти вот шикарные скалы за моей спиной? Где мы? Мы оказались довольно в глухом месте Выборгского района, недалеко от Каменногорска, на скалистом массиве, который по-фински назывался Соколинна. То есть именно гора, посвященная Сокко, одному из первопоселенцев этих мест. А жили эти самые поселенцы здесь очень давно, в 4 веке до нашей эры, что подтверждают многочисленные археологические находки. Кремниевая утварь, орудия из глинистого сланца, костяные кинжалы и многое другое. Такое впечатление, что здесь великаны исполины когда-то побывали, соревновались, кто какую глыбу потяжелее перекинет, сдвинет. Ни одного ровного участка, ни одного прямого. То есть царство камня, кривоватых деревьев и труднопроходимой местности, которая покорится далеко не каждому путнику. Но мы и не в таких заповедных местах бывали. Хотя, честно признаться, по пещерам еще не ползали. Надеюсь, у меня нет клаустрофобии. Породы сдвинулись, образовались внутри полости, где в древние времена могли прятаться местные жители даже от тех же шведов, от каких-то врагов, а могли делать ритуальные обряды, жертвоприношения, молиться каким-то своим богам. Продолжая разговор о древних племенах, обитавших на этих землях, стоит отметить, что именно здесь ученые обнаружили самую древнюю рыболовную сеть в мире. Ей более 10 тысяч лет. Крупный человек, мне кажется, сюда бы с трудом попал. Древние племена со временем сменили карельские православные поселения. Местный административный центр, нынешний Каменогорск, тогда назывался Антрея. То есть в переводе Андрей, по их святому Андрею, который был вот. То есть все так достаточно просто. Ладно, давайте еще что-нибудь посмотрим и продолжим наш рассказ. Вперед! Сейчас мы поднялись на самую высшую точку. Да, мы на самом верхушке этого массива Соколинна. Высота примерно 43 метра над уровнем моря. То есть довольно высоко, просторно. Видны окрестные болота между скалистыми грядами. Ну и посмотрите, конечно, дорогие друзья, какой вид отсюда. Я не знаю, передаст ли камера, но потрясающий. Честное слово, потрясающий. Дальше шведы во время своего господства сюда переселили финнов. И на долгие годы, вплоть до середины 20 века, здесь была финская территория. Здесь добывали камень, были каменные ломки, занимались рыболовством. В Выборг возили товары местные крестьяне и фермеры на ярмарке. То есть стандартная практика, так сказать. Житница Финляндии, южная часть ее, самые плодородные земли.
но которые впоследствии Зимней войны, а потом и войны продолжения, как финны говорят, отошли потом к Советскому Союзу. А дальше советские власти сначала переименовали Антра в Гранитный, затем в Первомайск и, наконец, в 1948 году в хорошо знакомый нам Каменногорск. С историей, кажется, разобрались. Давайте вернемся к пещерам. Поднимаясь вверх, я увидел поваленные такие деревья, переплетенные, сразу не понял, что это. А потом вот так вот удобненько взялся и перила. А вот и пещеры поинтереснее. Прямо за нашими спинами. Сейчас мы туда постараемся залезть. Чем они интересны? Мне интересно, что существует несколько версий их происхождения. Версия природная. Вот этих вот яйцеобразных таких вот полостей, которые в 5 метрах друг от друга находятся и привлекают внимание любого путешественника, попавшего сюда. Обязательно залезть в них, себя испытать, побыть там. По одной из версий, они возникли естественным путем в ходе таяния ледника. Согласно другой, это дело рук жителей древних поселений. Для чего это нужно было? Ну, во-первых, для того, чтобы элементарно, может быть, баню принимать по-черному, что там вот, как говорится, огонь возжигали, потом накапливалось тепло, которое равномерно распределялось по всему объему. Далее туда накладывали доски, и человек, словно в русской печи, парился и мылся там. Ну, естественно, вход чем-то закрывали. Не стоит забывать, что мы говорим о древних племенах, а значит, здесь вполне могло быть какое-нибудь таинственное святилище. Несомненно, были жертвоприношения, проводились магические обряды, о чем свидетельствует этот огромный стол. Я вот только хотел спросить, что вот эта плита очень похожа на какой-то, правда, обрядный камень, плоский. Потому что можно сюда что угодно выливать, какие-то жидкости священные, ставить какие-то амулеты, какие-то тотемы, плясать можно довольно большим составом, задабривая древних языческих богов. Но лично мне версия с пещерной баней нравится больше. Хотите заглянуть? Древняя баня. Здесь вот можно где-то сесть, попариться. Еще здесь эхо такое странное, резкое и басовитое. Не знаю, насколько я корректно выразился, но такое очень странное. Сергей, вы где? Давайте к нам. Здесь, кстати, я сразу обратил внимание, вот наверху монетки люди оставляли. Наверное, да. Чтобы вернуться. Сейчас попробую достать. Оп, что у нас здесь? 5 рублей. Положим на место. И следы копоти есть, потому что видно, что действительно тут жгли много чего для того, чтобы прогреть это пространство. Вторая пещера оказалась немного меньше первой. Здесь уже комфортно, впятером не сядешь. Мне кажется, здесь было у кого-то романтическое свидание, судя вот по той свечке, что я нашел. Да, свечка вот тут вон есть. Там. Опа. Как раз на двоих. Удивительное и таинственное. Вот именно эти слова мне хочется использовать после посещения этих пещер. Не знаю, какие они имели изначальный смысл. Магический или природный, но очень классно. Спасибо, Сергей, что показали нам, нашим зрителям. Здесь мы решили завершить нашу вот эту небольшую экскурсию. Ну, в данном месте это завершение всего лишь начало дальнейших исследований и ученых самых различных уровней и местных жителей, потому что эти места – ворота в так называемую Выборгскую Сибирь, в очень далекий край, который находится дальше Каменногорска и тянется до границы с Карелией. Это район Бородинского, Зайцево. Как раз вот эти малонаселенные места с глухими бескрайними лесами, с десятками озер. Но это уже совсем другая история, которую мы обязательно расскажем. Ну а сейчас нам пора отправляться дальше. Мы оказались на ферме радости, и я спешу вам представить хозяйку всего этого великолепия, которое мы сейчас обязательно посмотрим. Эльвира, здравствуйте. Здравствуйте.
Ну, сразу хочется спросить, в кого я превратился? Кто, вот только что я вот прям хоп-хоп и перевоплотился. Вы превратились, так скажем, среднестатистического жителя России конца 19-го, начала 20 века. Поэтому это и тулуп, это и вяленая шапочка, это расшитая рубаха вместе с поясом. Мы вот постарались сейчас вас по максимуму облачить в образ, даже ботинки, можно сказать, очень похожи на сапоги кирзовые, которые любили носить мужчины. И у вас, я так понимаю, что-то аналогичное, да? Да, у меня тоже, но у меня, я могу более конкретно сказать, что это украинская свитка, которая носилась и на юге России ее носили, и на Украине. То есть юг России-Украина, тоже конец 19-го, начало 20 века. Очень интересный крой такой, она как хозяйка фермы радости я выгляжу. То есть самое то. Ну что ж, хозяюшка, расскажите... Что у вас здесь есть? Какие богатства? Чем занимаетесь вот о вашем всем хозяйстве? Чем мы занимаемся? Мы в первую очередь живем на земле, занимаемся сельским хозяйством и рассказываем нашим гостям о русской традиции, о жизни на земле, о том, как это было в 19 веке, как этим можно заниматься сейчас, да, сохраняя вот эту какую-то традицию нашу. Построили ферму радости родители Эльвиры, супруги Альцагировы, Валерий и Галина. Кстати, кроме нашей героини, у счастливой пары еще 7 детей. И уже 6 внуков. Почему ферма радости? Вот мне не терпится спросить. Я думаю, мы сегодня с вами погуляем, пообщаемся, и к концу нашей встречи вы поймете, что по-другому это место просто не назвать. Я надеюсь, и я сегодня перехвачу кусочек этой радости вашей, и наши зрители тоже в обязательном порядке. Само собой, вся семья Эльвиры занимается фермерским хозяйством. Выращивают фрукты и овощи, делают домашнее молоко, сыр, творог, сметану и многое другое. А также содержат различных животных. Барашек по имени Барашек? Барашек по имени Парашек, да. Привет, привет, привет. Привет, привет. Кудрявый такой. Он очень вырос за зиму, мы взяли его очень молоденьким, думали же взрослый мужчина, а оказалось нет, он просто маленький. Этот баран у нас в этом году ездил в Выборг на рождественскую мистерию, и там его загладили, все. После этого он очень любит гостей, очень любит всякие камеры, действительно. Вижу, вижу, вижу. А это молочный теленок, родившийся совсем недавно, перед Масленицей. Погода тогда стояла ветреная, и его решили назвать «Ураганчик». Также на ферме радости живут кролик по имени Клеверок и довольно общительная козочка. С ней можно делать селфи, что любят делать наши гости очень. Она властится прямо под в руки, вот. Вот-вот. Тоже любит камеру. Да. Ну и на горизонте виднеется... Главное, наша достопримечательность. Достопримечательность живая. Как часто у вас бывают гости какие-то, вот вы мероприятия, да, проводите? Да, ну, в сезон, так сказать, весеннее, осеннее, летнее, мы проводим, стараемся 2 раза в месяц проводить такие мероприятия. Группа выходного дня, мы приглашаем к нам гостей, примерно расписываем программу. Чаще всего это календарные праздники, то есть русские люди, они же жили по календарю, по традиционному, и у них очень было много праздников, на самом деле, почти половина дней у них праздничных. Скажи, чего вы пришли с пустыми руками? Ничего не принесли. Она хочет мне сказать это сейчас. Девочка? Девочка. Как девочка зовут? Девочка зовут Злата. Злата. Злата, потому что вот если бы мы ее выпустили на солнышко, погулять, у нее действительно шерсть переливается прям вот очень красиво. Продолжая разговор о русских народных праздниках, Эльвира отметила, что они не просто устраивают гулянья и торжества, а стараются соблюсти все, даже самые мельчайшие детали традиций тех лет. То есть конец 19-го, начало 20 века. Мы ориентируемся на экспедиционные какие-то материалы. Сейчас очень много фольклористов, которые собирают эту традицию. Кстати, Эльвира окончила музыкальное училище имени Мусоргского в Санкт-Петербурге. И, естественно, я попросил ее сыграть для нас. Балалайка, 3 струны. Как говорят, все думают, что это прям традиционный русский инструмент. Он действительно такой, но он намного моложе, чем о нем думают. Ему всего 200 лет. Исполнилось в прошлом году, был юбилей балалайки. Первое письменное напоминание было всего лишь 200 лет назад. Если бы меня кто-нибудь спросил, я бы точно сказал, что древнее. Ну и я не был бы самим собой, если бы не попробовал. Вы
сейчас правильно ее взяли. А традиционную можно брать вообще как угодно, лишь бы вам было удобно. Все, вы играли все на струнных? Да. Да, это видно, это слышно сразу. Но да, с тремя струнами никогда не работал. Воу, потрясающе. А это любимый инструмент нашей героини – гусли. Так они звучат, на самом деле. Очень здорово. Многие думают, что под гусли пелись только былины, на самом деле под них плясали и очень много плясали. До традиционных русских плясок мы еще обязательно доберемся. А пока Эльвира решила научить меня делать из сена очень актуальную вещь – птичку для привлечения весны. Как оказалось, работать с соломой не так уж и просто, но я справился. Я вам дам пучок сена, держите, раз. Так, я буду показывать, а вы попробуйте повторить. Окей. Я думаю, у вас получится. Когда к нам приезжают родители с детьми, мы им показываем, ну, говорим о том, что родители должны делать вместе с детьми, да. Угу. То есть ребенок, например, держит изделие, а родители ему помогают завязать вот эти узелки. Это всем было тонко. Можно чуть повыше? Хотя и так, хорошо. Оставляйте. Птицы – это же вестники весны. Ну что ж, друзья, вот получился… Птицы, значит, весна уже вот-вот за порогом. То есть вот таким вот образом мы весну приближаем. Хотя уж куда уж ближе, казалось бы. Куда уж ближе. Ну мы же с вами в верхней одежде, значит, все-таки еще не до конца. Значит, еще да, значит, еще да. Улик весна, на чем пришла? На кнутике, на хомутике. Покинь сани, возьми воз, мы поедем под Ростов весне поклониться и из родничка напиться. Хочется вообще поблагодарить за то, что позволили мне окунуться в традиционный русский мир. Праздник. Праздник. Конца 19, да. Начало 20 века. Вот, спасибо. Осталось только сплясать нам, наверное. Осталось, конечно, поплясать, потому что мы очень любим плясать. А я иду, а мама судя, тут колодца нашего. А не суть, если не боюсь, разговора вашего. Кстати, суть этого народного танца заключается в том, чтобы мужчина смог отобрать у девушки платок, которым она как бы дразнит его. После чего платок нужно поднять без помощи рук и вернуть его барышне. Вы, наверное, подумали, что я так и буду стоять в стороне. Вот уж нет. Спляшу. У вас прекрасно получается, на самом деле. Да я расслаблюсь. А теперь что? Это был увлекающий манер. А теперь, да, все. Попробуйте его запутать. Надо наклониться. Не используя рук. Ага. Вот, все. Все, класс. Мне кажется, я действительно понял, почему ферма радости называется именно так. Мы даже пробыли там гораздо дольше, чем планировали. Но это того стоило. Жаль только, что со всеми богатствами и заповедными местами каменногорского поселения познакомить вас не успели. А знаете что? Предлагаю вернуться туда в следующий раз и продолжить наше приключение. Согласны? Тогда решено. Меня зовут Владимир Кочетков. Увидимся на Выборгской стороне.